Революционный проект «Wellness-прокачка». Проект «Прокачка» запустила компания «Reflame» специально для продвижения продукции «Wellness», для работы над собой. Это уникальный проект, в котором мы будем соревноваться, мы будем работать над собой, мы будем соревноваться все вместе, но соревноваться будем с собой вчерашним, с собой сегодняшним. Как вы знаете, в одиночку справиться с чем-то гораздо сложнее, нежели когда это делается командой. В проекте я для того, чтобы улучшить свое здоровье, скинуть ненужные 15 килограмм, для того, чтобы обрести новых партнеров и друзей. Очень важно развитие навыков ораторского искусства. А проект мне нужен для того, чтобы прокачать себя в трех самых важных направлениях. Это правильное питание, это фитнес и это, естественно, бизнес. Конечно же, высокий wellness балл по структуре, по команде. В проекте участвую в первую очередь для того, чтобы избавиться от своих лишних килограмм. Как видите, у меня их предостаточно. Совершенствовать свое тело и мозг. В проекте с единомышленниками моя цель и обещания, данные самой себе, будут достижимы. В наше время при огромном количестве информации и легкости ее получения на первое место выходит простое человеческое общение и командная поддержка. В проекте «Я для личного роста» — это прежде всего саморазвитие как физически, так и умственно. Хочу, чтобы проект дал активную работу для всей команды. После третьих родов я очень сильно поправилась, набрала лишних 20 килограмм. Я хочу их убрать, ну и вообще привести себя в нормальную физическую форму. Своим примером вдохновить моих знакомых, которые, несмотря на все мои рассказы и личный опыт, как я справилась с опухолью мозга, как я избавилась от эпилепсии благодаря продукции Wellness, до сих пор не верю. Этот проект прежде всего для того, чтобы доказать самой себе, что сильными и успешными никто не рождается, ими только становятся. Начинаю очень много дел и ничего не заканчиваю. Страх публичного выступления. Я люблю покушать вкусно, иногда много, и, естественно, сами понимаете, это не всегда правильная здоровая пища. И также у меня есть проблемы с тем, что я не могу пить достаточное количество воды, не могу себя заставить. Работаю только онлайн, то есть я веду сидящий образ жизни, малоподвижный образ жизни, что сказалось на моем весе. Страхи в этом проекте связаны с тем, что я, в принципе, не умею выступать перед большим количеством народу. Совсем хорошее планирование и оттягивание дел на потом. Моя работа связана с интернетом и, соответственно, у компьютера я веду малоподвижный образ жизни. И мне не всегда удается придерживаться правильного питания. Моя слабость моя – это сомнение, которое сопровождается множеством вопросов. Мои слабости – это неправильное питание, минимум физических нагрузок. То, что у меня нет четкого графика дня. Боязнь публичных массовых выступлений. Моя самая главная слабость – это в неумении доводить начатое дело до конца. Отсутствие самоорганизации и силы воли. Лить страх публичных выступлений. Кстати говоря, это мое первое видео. И прошу меня поддержать, ставьте лайки. Я хочу активно участвовать в командной работе. Надеюсь, что данный проект настроит всех нас на активную работу над собой, на ежедневные тренировки от специалистов высокого уровня, высокого класса. Жду результата в плане бизнеса. Очень хочу научиться умению правильно вести переговоры, готовить не просто полезную еду, но в то же время, чтобы она была вкусная для себя, для своей семьи, потому что наше здоровье – это наше все, и все начинается с правильного питания. Я хочу научиться лидерским качествам, более правильно распределять свое рабочее время, более эффективно. Чтобы готовить и вкусно, и полезно. Преодолеть себя и те привычки, которые копились годами. Мне хотелось бы сформировать новую привычку ежедневным тренировкам, чтобы подтянуть мышцы живота, крепить мышцы спины и шеи. Учить правильно планировать свой день, свою неделю, свой месяц. Улучшить свою нервную систему, потому что физических нагрузок еще и укрепляется нервная система, это я знаю точно. Хочу научиться правильно питаться, ораторскому искусству. Чтобы я стала
снова себя любить, чтобы мне нравилось мое отражение в зеркале, чтобы моя внешность нравилась моему мужу, моим детям. От проекта я хочу получить эдакий пинок. Для меня это как игра, своего рода испытание, можно сказать, проверка на слабо. Распрощаться со своим лишним весом, научиться организовывать себя. Вы сможете приобрести больше партнеров, продвигать свою продукцию с большим энтузиазмом. Я хочу стать стройной, сбросить лишний вес, убрать живот и вести активный образ жизни. Готова делиться этой информацией со своей командой, со своими друзьями, со своими подписчиками, которые наблюдают за мной на моих страничках, которые, следуя моему примеру, тоже многие из них начали заниматься спортом, фитнесом, что не может меня не радовать. Здоровое тело, правильное распределение своего времени, эффективная работа с помощью продуктов wellness, формирование правильных привычек в питании. Это стройная, красивая фигура, вернуть то, что было ранее. Итогом проекта я вижу себя экспертом и, конечно же, со своим видимым результатом. Мне очень хотелось бы участвовать в этом проекте не одной. Хочу сформировать сильную, успешную команду единомышленников. И, конечно, хочется постройнеть. В команде это сделать гораздо легче, чем в одиночку. Хочу доказать самой себе, что качественная жизнь, для качественной жизни время есть всегда. Собрать команду профессионалов, успешных лидеров, которые вместе со мной будут добиваться цели и станут более успешными, научу их зарабатывать. Всего это преодолеть себя, научиться правильно распределять свое время. Чтобы я научилась рассказывать об этом проекте и о нашей продукции так, чтобы люди мне верили и чтобы они за мной шли. Потому что наша миссия действительно высокая. Здоровая Россия, здоровая нация. Чтобы мы жили долго, счастливо, чтобы наши дети долго-долго радовались вместе с нами. Для меня очень важно формировать правильные привычки. И этот проект как раз-таки позволяет это делать. Как вы знаете, наверное, слышали, что любую привычку, хорошую либо плохую, можно формировать в течение 21 дня. И как это здорово делать командой, узнавать что-то новое, полезное, самосовершенствоваться. Поэтому я вас приглашаю в такой продуктный проект, чтобы прокачивать себя по полной. Ведь не секрет, что когда женщина довольна собой, своей внешностью, своим телом, это напрямую отражается на ее внутреннем самочувствии, на ее уверенности в себе и, как следствие, на отношениях с людьми, в том числе с противоположным полом. Ну и, разумеется, все эти изменения положительно отразятся на развитии любого дела, бизнеса, карьеры. Поэтому я хочу стать примером для таких обычных женщин, как я, что все возможно. Революционный проект «Wellness прокачка»